Александровский радиозавод Владимирской области. В прошлом году сборка телевизоров «Рекорд» проходила здесь на верстаках, а транспортировка производилась вручную. Теперь эти операции переведены на импульсный конвейер. Новые конвейерные линии установлены на регулировки и настройки. Работать стало много легче, а производительность труда увеличилась на 40%. Реконструкция цехов позволила предприятию перейти на 7-часовой рабочий день. Работая по-новому, коллектив завода выпускает телевизоров на 20% больше, чем в прошлом году.